Лежачие полицейские нередко раздражают автомобилистов, но порой это единственный способ заставить водителей затормозить и пропустить пешеходов. 22 бетонных стража легли на защиту жителей города в этом году. Чем ниже рекомендуемая скорость движения автомобилей, тем выше должна быть искусственная неровность. Ну, адреса составлялись у нас из анализа аварийности. Также на участках дорог с интенсивным движением, это рядом со школами, детскими садами и другими учреждениями. Ну и также по просьбе граждан. Обязательно нужно, потому что это очень все-таки как-то обезопасить хоть на какой-то процент пешехода. Я знаю, что лежачие полицейские, конечно, дисциплинируют в какой-то степени. И они обязательно нужны. Обязательно. Да, спокойнее. Машины притормаживают, ну и безопасность. Как правило, на каждую искусственную неровность наносят разметку, а в 30 метрах ставят предупредительный знак с ограничением скорости. Только это спасает не всегда. Водители знаки игнорируют, а сама езда автомобиля больше напоминает прыжки с трамплина. Еще одна мера безопасности пешеходов – светофоры. Их в городе, как и полицейских, становится все больше и больше. Например, на Гоголе, где идут уже большой поток машин на мост через Золотой Рог или в центр города, или на Зеленом острове около радиоприбора, то образуются, особенно в часы пик, очень большие пробки. И здесь спасение светофор, который будет регулировать движение и увеличит пропускную способность автомобилей по дороге и сделает безопасным движение пешеходов. Поэтому мы устанавливаем больше и больше пешеходных светофоров. Этот переход на улице Калинина уже давно считается опасным. Раньше светофора здесь не было, поэтому пешеходов пропускали редко, бывали и трагические случаи. Это очень даже хорошо. Просто побольше бы секунд было. Люди пожилые, не успевают проходить. А так очень хорошо, то носились как сумасшедшие. Конечно, правильно. Постоянно люди то сбивают, то тут перебегают черти где. Правильно сделали. И еще вот на Героях Тихоокеанских установите, пожалуйста, светофор. Очень он там необходим. Еще бы вот людей, те, которые на красный ходят, еще бы штрафовали, было бы еще лучше. Но, видимо, еще не все к новому светофору успели привыкнуть и дорогу переходят по привычке, не глядя. Здравствуйте, а скажите, а почему не знали? Мы не знали, что светофор. А светофор, смотрите, женщина. Светофор работает. Власти уверяют, светофор здесь – мера временная. Вместо наземного перехода с зеброй и светофором здесь появится виадук. Установка светофора на этом участке – это, скажем так, мероприятие на текущий момент, дабы мы могли снизить возможные последствия неблагоприятные. В настоящее время главой города дано поручение нашему управлению разработать и рассмотреть возможность установки на этом участке пешеходного перехода надземного. Помимо обычных светофоров в городе появляются и светофоры по требованию. Таких в городе пока немного – на Котельниково, на Некрасовской и в районе Седанки. Их устанавливают на тех участках, где постоянные остановки движения образуют пробки. Такие светофоры для нашего города пока редкость. В отличие от обычных, они работают по требованию пешехода. Для того, чтобы перейти дорогу, нужно нажать на кнопку и дождаться разрешающего сигнала. Все, можно переходить. Инна Коновалова, Александр Бартовщук, новости на Восьмом.